Чтобы понимали все, серия ударов, что это значит? Серия ударов может произвести только подготовленный боец. Я таким не являюсь. Я могу серию песен вам спеть, блядь, вот так. А серию ударов нет. Я не готов к этому, я не подготовленный. А он говорит, что он спортсмен, что он боец. Понимаете? То есть вот этот боец получает от меня серию ударов, 5 штук. Это очень жестко. Это каждый человек, блин, ну не может такое быть, что, представляете, у нас спортсмены, да, там Россия, Англия фигачится на ринге, а тут просто пришел гитарист, расфигачил спортсмена в морду. Ну не бывает такого, это же полная ложь, это полная чушь. Не бывает такого. Сейчас он вы. Что такое? Что такое? Что такое? Стой, стой, ты меня не трогаешь, чмо, ебать! А? Кто чмо? Ты меня не трогаешь сейчас, а? Я тебя не трогаю. Что такое? Че, меня не трогаешь, что ли? А? Не трогаю. Ты мне камеру сломаешь, ты мне новую купишь, понял? Здравствуйте. Да, здравствуйте. Все, выходим все, выходим. Вызывай полицию, вызывай, звони Бережному. Давай. Вызывай, ты же ходил, вызывай. Полиция. Вызывай полицию сейчас же, немедленно. Полиция, вызывайте. Только уехал. Вызывайте полицию. На телефоне. Вызывайте. А все, ты домой не попадешь, кстати. Да? Серьезно? Да, ты не открываешь. А вызывай полицию. А почему так? Я не знаю, почему ты такой. Полицию вызывай. Ты наркоман просто, понимаешь, человек? Вот смотрите, вот эти давай, ребята заявляют, что я наркоман. Прикиньте. Полицию вызывай, ты же обещал. Вызывайте, вызывайте. Ты же обещал. Слушай, ты обещал сейчас на драку нарваться, чтобы мы вызвали полицию. Вызывай. На драку я нарваться ты не хотел. Ты мне сейчас сказал, я когда здесь была. Вызывай полицию, немедленно. Я вам сказал. Либо мы вызывай, сейчас... полицию вызывай. Ты меня бил. Да забыл, я не вызывай. Милицию не вызывала я тогда. Я вас... Да, ты забыл вот здесь, когда головой меня ударил. Я вас да, ударил? Да, мне 90 лет, а ты на меня руку поднял. Вы правда это говорите? А это вы, а вы... Я свидетель вы был, и Таня была свидетелем, был суд. Суд а, был, был суд. Слушай, суд. Шубинин, а ты... А ты пидорок! А ты... А ты набери в это в сайте-то. А свою фамилию, имя, отчество. Сразу высветится. Но ты же знаешь, на каком сайте искать? Да я знаю, да все знают. Ту. И уже полиция знает. Я не знаю. Павелев Евгений Евгеньевич. Ты почему жить не даешь? И там хоп, она сразу все высвечивает. Но если честно, я не почему знаю. Почему жить не даешь? Но ты же знаешь, так на каком сайте почему спокойно надо жить не даешь? Почему да людям спокойно жить? Семь ты человек живут. Здесь семь человек живут. Тебе что, мало что ли штрафа было? Или ты что хочешь? А ты еще штраф не заплатил. Сейчас ты уже десяточку будешь платить. Ты знаешь об этом? Уже приставы приходили. К тебе? К тебе. Ко мне не приходили. А они стучались ко это мне? Ж, говорю, ты же да он здесь живет. Да, ну, серьезно? Да, ну, да. Правда? Десяточка уже, да. А через месяц уже будет пятнашечка. А второй суд будет уже 15 суток. Я, короче, Шубинин, послушай. Я, короче, предлагаю... Послушайте! Послушайте, Шубинин, вот, гражданин, вот именно, да. Вот именно. Я предлагаю... Что ты предлагаешь? Позвонить Бережному, у тебя есть его номер. И пускай он приедет, и будем разбираться. И? А в чем? Сколько можно разбираться? Бережной, ты с большой семьей сколько ты можно... Ты слышишь бабушку? Сколько можно... Мне 90 лет, я должна терпеть это. Да, снимай, как снимай, тебе не стыдно был такой молодой человек? У тебя дочка у тебя есть. Бабушка, ты, я вас не трогал никогда. Когда я забыл, не скорая трогал. Приехала, а подтвердила. И врач тут была у меня. Зафиксировали. Вообще-то ты сообщил в милицию, в полицию. Не я, а в полицию. Ты ваша полиция. Ты сообщил. Нет, пускай говорит. Ты сообщил в полицию, что сегодня я тебя... человека, что ты по лифту там говорил? По лифте, что ты там угрожал? Вот свидетель у нас. Да. Вот. Что я там сделаю? Я подставлю, я ручку сломаю. Ты сломал ручку? Молодец.
Вот у нас... Вот свидетель. Вот с тобой в лифте ехал. Интересно? Да. Давай послушаем. Ну что ты по телефону разговариваешь? Разговаривал со своим другом, сказал... А ты мне объясни. А почему ты мне объясни, что ты говорил. Почему я тебе должен что-то объяснить? С кем, что здесь война нахуй была, а? У меня был разговор по телефону. Снимай. Он ручку сломает. Он тебе говорил это? Меня? Говорил. Нет. Что сломал ты ручку. Не ври. Я не вру. Потому что вот, я дома ручки, была. Ручки там, нет. Ты, руки, зубы, ручка нет. Третий. Ты меня не тыкай, понял? Кто? Да ты чего? Ты тыкаешь. И ты пидорок. Да почему я пидорок-то? У тебя, Прямо в интернете есть это. Потому что. Почему? Потому что в интернете пидорков находишь ты, а не я. Это ты сказал при всех. Говорит, я показал говорю, фотографию человеку. Я а говорю, ты говоришь, на сайте. Я говорю, на сайте такого не было. Я говорю при всех. Что на питерских сайтах лазишь ты, а не я. А там нету такого. В смысле нет такого? Твоей фотографии на питерских сайтах нету. Это есть на нормальных сайтах знакомства. Ты вообще, понимаешь, причем что ты... Вообще? Нет, ладно, давай. Причем ты понимаешь, да. Ты понимаешь, что ты человек неадекватный. Занимаешься распространением вообще моих фотографий. Слушай, я где? Вообще, при чем здесь? Ты, моим знакомым. Ты просто моим знакомым. Понимаешь? Да, я снимаю. Смотри, будет третий суд, четвертый суд. Давай. И будет у тебя еще... 35 тысяч уже тебе будет. Да, короче. Слушай, побереги свою. Ты что, чмой баный меня трогаешь? Ты видел меня трогал? Нет. Ты видел? Никто не видел. Нет. Настя, ты видел, он меня ударил по лицу? Нет. Никто не видел. Короче, друзья, никто не видел, как чмо Шубинин меня ударил по лицу. Вы слышите, как он оскорбляет? Чего вы снимаетесь? Я снимаю это все на видеозаписи. Где, покажи. Вот здесь. Где, покажи. Это моя камера. И? Закройся, чмо ебаное. Закройся. Да хуй тебе. Ты почему не снимаешь? А что ты? Я снимаю. А что ты делаешь? Идите нахуй отсюда. Все. Бережного вызывай. Бережного вызывай, я тебе сказал. Какого Бережного? Участкового. А что он такой? А смотри, если из другого отдела вызовем. Ну то пошло, давай. А что, так можно, что ли? Нет, можно. А как? Давай сделаем так. Ну а как? Давай сделаем так. Кошка скребет, а слышь скребет. Ну... Так не можно. Почему? Можно. Почему ты говоришь, что ты не что? Можно? Просто что, мусор принес другого отдела? Да закрывай. Он сказал закрыть, закрывай. Ты сказал закрыть. Настя. Руки убрал свои. Ты что, чмой, Иван? Ты тут живешь. Нет. Живи тут живешь. Посмотри.